Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Глеперович знакомим вас с последними новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Сегодня самого важного действительно будет очень много. Данил, привет! Привет! У нас есть информация о том, что происходит в самой Украине, у нас есть много дипломатических новостей, у нас есть всяческие заявления Владимира Путина, касающиеся Украины. Как всегда, начнем с военной сводки. Ксюш, какие последние сведения о том, где происходили обстрелы и что вообще там происходит? В результате утреннего обстрела Николаева погибли 2 человека, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает глава областной администрации Виталий Ким. Пострадали жилые многоэтажные дома и объект инфраструктуры, уточняет он. Как говорит мэр города Александр Сенкевич, на месте работают сейчас спасатели и медики. Уже появились фотографии и последствия обстрела. А также была очередная ракетная атака на Харьковскую область. Ударили по Первомайскому району. 3 человека получили ранения. В Херсонской области российские войска укрепляют оборонительные позиции, как сообщает Институт изучения войны, видимо, ожидая контрнаступления украинских военных. Эксперты проанализировали открытые данные, в том числе заявления военных из Украины. В остальном, как говорится в ежедневной сводке, за день обе стороны не имели значительных продвижений. На окраине Лисичанска в Луганской области, Лисичанск, я напомню, продолжает обстреливаться постоянно, каждый день, на окраине Лисичанска обнаружили братскую могилу с телами примерно 300 жителей города. Также там похоронены люди из соседних городов Северодонецка и Рубежного. Об этом пишет сегодня Нью-Йорк Таймс. Речь идет о телах тех, у кого не нашлось родственников, чтобы забрать и похоронить. Могила не зарыта, сверху видны мешки с телами. Как объясняет корреспонденту издания «Рядовой» Сергей Векленко, могилу не закопали, потому что вся техника сейчас используется для нужд вооруженных сил, то есть даже нечем закопать эту могилу. Лисичанск давно, как я уже сказала, подвергается интенсивным обстрелам, ежедневным, и практически каждый день сообщается о гибели мирных жителей. Ну и продолжаются бои в Луганской области, вокруг Северодонецка, очень напряженно по-прежнему. Сообщается, что пока российские войска его не могут взять полностью, не могут пока захватить территорию химзавода «Азот», но уже в значительной степени отрезали украинские войска от снабжения. Тем временем на территории предприятия, мы об этом сообщали, в бомбоубежищах, по последним данным, находятся 568 человек, в том числе 38 детей. Эти данные приводит глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, и он уточняет, что эвакуировать этих людей нельзя из-за постоянных обстрелов. Это можно будет сделать только при условии прекращения огня. Ну вот есть еще заявление представителей сепаратистов, так называемой народной милиции ЛНР. Там есть такой человек Андрей Морочко. Он начал говорить о сдаче в плен украинских военных на заводе «Азот». Он сказал, что процесс начался, они там рассуждают о том, что все будет происходить так же, как на «Азовстали». Пока нет никаких подтверждений сдачи в плен украинских бойцов с украинской стороны, но действительно было очевидно, что ситуация в Северодонецке отчаянная, он был отрезан от остальной территории Украины, заблокированы были его связи Северодонецка с Лисичанском и другими городами. Но, еще раз говорю, пока никаких подтверждений с украинской стороны о том, что действительно кто-то на заводе «Азот» начал сдаваться в плен, нету. Тем временем, наверное, стоит сказать о самих этих сепаратистских анклавах. Сегодня для них пришла довольно печальная новость. Во всяком случае, один из основных руководителей в странах Содружества независимых государств, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, выступая в Петербурге, сказал, что Казахстан не признает ДНР и ЛНР. Он сказал, что принцип Казахстана, который не признает квази-государство, он распространяется и на Донецкую и Луганскую области. Я таких открытых заявлений про непризнание ДНР и ЛНР от дружественных России стран, а такая, без всякого сомнения, возглавляет дружественную России страну, не слышал пока. Это довольно серьезное заявление.
Ну, недавно же как раз Казахстан заявлял и о санкциях, что, мол, дружба дружбой, а санкционный режим они будут соблюдать. Более того, Токаев сегодня это на Петербургском форуме экономическом повторил. Он сказал, что да, санкции нарушать не будем. Ну, вот он при этом какие-то общие слова говорит про то, что российская экономика выстоит, вообще приехал в Петербург и так далее. Но очевидно, что он пытается балансировать перед лицом, ну, в общем, немножко слетевшего с катушек на военной теме соседа, пытается его, с одной стороны, не злить, а с другой стороны, на прямые вопросы о санкциях, о признании, отвечает также прямо. И санкции будем соблюдать, и не признаем никого. Ну, мы вернемся еще к этой теме, более подробно поговорим о том, что происходило на Петербургском форуме, обсудим выступление Путина. Я только хотела еще несколько слов сказать о том, что происходит в самой Украине и на оккупированных территориях. Сегодня наши коллеги из BBC опубликовали большой репортаж о том, через что проходят украинцы, покидающие оккупированную территорию. Собственно, и у нас такие выходили материалы. Ну вот в очередной раз показано, через что люди проходят. Ужасный процесс, известный как фильтрация, как у них проверяют телефоны, просматривают аккаунты в соцсетях. Но это еще не самое страшное. Людей там избивают и даже допрашивают с применением электрического тока. Это говорят люди, многих из которых после фильтрации силой отправляют в Россию. Вот некоторым удается выехать благодаря волонтерам, и после этого, благодаря этим людям, которые выезжают, мы, собственно, и узнаем правду. И еще небольшое сообщение о Мариуполе. Мы рассказывали как раз и накануне о деукраинизации и насильственной русификации вот на этих территориях. Спикер Минобороны Украины Александр Матузяник подтвердил, что во время на захваченном Мариуполе оккупационные власти запрещают детям общаться на украинском языке. Продолжают применять против украинского населения тактику террора и геноцида, сказал Матузяник. В частности, в Мариуполе так называемое руководство учебных заведений запрещает детям общаться на украинском языке. Но это они, видимо, я правда не знаю, летом там идет какой-то процесс или все-таки у них каникулы. Мы сообщали о том, что учителей они собираются переучивать. И вот, по всей видимости, детей, которые учились несколько лет на украинском языке в школе, теперь они переучивают, чтобы они переходили на русский. Действительно, мы видим, что русификация вот этих вот регионов идет полным ходом. Там и паспорта за деньги, и учителей переучивают, и детям российское гражданство сразу присваивают. Но это все абсолютно незаконно по международным нормам. И я еще раз напомню, что по международным нормам страна-оккупант все равно отвечает за соблюдение прав человека, как бы это смешно ни звучало, на оккупированных территориях. И, в общем, вся де-факто администрация всегда ответственна за то, что там происходит. Когда происходят такие вещи, это все пополняет копилку военных и других преступлений. Украину Запад пытается от всего этого защищать, выражает с ней солидарность регулярно. Опять в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, назвав Джонсона великим другом нашей страны. Насчет Джонсона и немецкого канцлера Олафа Шольца. Недавно там даже шуточка появилась, когда будет новое меню в украинских «Макдональдс». Это было в какой-то довольно смешной сценке, видео, которое я видел из Украины, то гамбургер под названием «Big Johnsonian» будет доставляться покупателям в ту же секунду, а «Шольцбургер» будет приезжать через 4-5 месяцев. Ну вот мы видим, что Джонсон действительно выражает постоянную поддержку Украине. Он обсуждал с Зеленским необходимость поставки Киеву тяжелого вооружения, систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию. Об этом обо всем рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Ну и Джонсон предложил президенту Украины Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военнослужащих. Вот это очень серьезно. Это объявление уже не с украинской, а с британской стороны. Это заявление на сайте британского правительства. Будет запущена крупная операция по подготовке украинских войск с возможностью обучать до 10 тысяч солдат за каждые 120 дней.
И программа подразумевает тренировку британцами, которые сами имеют боевой опыт. У британцев большой боевой опыт и в Ираке, и в антитеррористических операциях, и в Афганистане, и в Африке. Эти вот спецназовцы, прошедшие военные действия, британские военнослужащие, будут обучать украинских военнослужащих. Я когда-то сам обучался у британских военнослужащих, спецназовцев, навыкам выживания. И надо сказать, что школа подготовки британская считается одной из самых лучших в мире. Поэтому в этом смысле это ощутимая помощь для военных Украины. Кроме того, Соединенные Штаты помогут Украине пройти новый отопительный сезон. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он встречался с новым американским послом в Украине Бриджит Бринг. И там была достигнута договоренность на их встрече об увеличении поставок ядерного топлива. Почему это важно? Потому что сборки ядерные для реакторов в Украине были российского производства. А новые блоки на украинских АЭС будут строить по американским технологиям. Соответственно, ядерные станции в Украине будут более новыми, технологичными и не зависеть от России. Ну и одна из самых важных новостей дня, уж для Украины это, наверное, самое важное историческое решение. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Киеву статус кандидата в члены Евросоюза. И тут надо сказать, что Украина беспрецедентно быстро перешла именно от подачи заявки на членство в ЕС к официальной рекомендации Европейской комиссии. Об этом решении было объявлено сегодня. Ну и в документе Еврокомиссии говорится, что заявки Украины, а кроме нее еще и Молдовы и Грузии, будут обсуждаться на ближайшем заседании Европейского совета 23-24 июня. Грузии при этом рекомендовали немножечко подождать. В общем, в Грузии сегодня был митинг. И вообще там в Тбилиси выразили такое легкое недовольство тем, что решил ЕС. Но для Украины действительно это абсолютно исторический день. Надо сказать, что президент Франции Эммануэль Макрон не изменил себе. Он все время пытается держать баланс. Он сказал, что без военных действий Украина бы так быстро в Евросоюз не продвигалась. И именно война подвигла Европу на совершение таких радикальных, серьезных политических жестов. Его постоянное поддержание баланса вызвало похвалу в Кремле. Тут же сразу возникает вопрос, что делать, если тебя похвалил Песков? Наверное, задуматься. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал сегодня, цитирую, что Россия ценит концептуальный подход Макрона к урегулированию в Украине и обсуждению разногласий за столом переговоров. То есть Кремль, в принципе, доволен тем, как себя ведет Макрон. Ну и еще раз говорю, наверное, в таком случае Парижу стоило бы задуматься, нужно ли заслуживать похвалы пресс-секретаря Кремля. Я сразу вспомнила фразу Путина «Вы что хотите, как в Париже?». Кстати, сегодня видела в Фейсбуке фотографию, которая появилась на улицах Москвы, на которых написано «Россия, не Европа». Они иллюстрируют международный фестиваль. Да, во-первых, фестиваль международный, во-вторых, над этими словами там профиль Александра Сергеевича Пушкина. И, в общем, конечно же, Россия делает очень много зла Александру Сергеевичу Пушкину, постоянно привязывая его к своей войне в Украине. Я думаю, что отчасти и от этого с русской литературой в Украине могут быть довольно серьезные проблемы, потому что Москва поднимает символы русской литературы на щит своей оккупации и агрессии. Соответственно, к этим символам будут относиться украинцы, наверное, без особого пиетета. Кстати, ты знаешь, я недавно, буквально на днях, разговаривала с одним очень известным переводчиком Пушкина. Он живет в Нью-Йорке, зовут его Джулиан Лоуенфельд. И он чуть не плакал. Просто вот когда мы с ним говорили, у него дрожал голос, он чуть не плакал. Он говорил, когда началась война, я работал над переводом Евгения Онегина. После этого не перевел ни строчки. Мне так плохо, потому что я не знаю, что с этим делать. А вот теперь, да, вот
вот они так используют Пушкина и поднимают его там на каждый флаг, на каждый стяг. Что я теперь буду делать? Я люблю Пушкина. Я думаю, что он не поддержал бы эту войну. Я знаю его позицию против царя, какая у него была позиция, как он выступал. И я не знаю, что теперь с этим делать, что будет с моим творчеством, с делом моей жизни. Но им же не стыдно. Вот сегодня президент России Путин, выступая на Питерском форуме, о котором ты еще, я знаю, расскажешь, потому что ты его внимательно слушала, отмучилась за нас, за всех. Ну, в общем, Путин сказал, что нечего тут стыдиться. Он сегодня специально говорил вот в ходе пленарного заседания этого питерского форума в пятницу, я его процитирую: «Вы говорите, что некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они из России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, жизнь своих детей с нашей страной. Надо не стыдиться, а, как он сказал, восхищаться там величием, укреплением и так далее». Это совершенно удивительно, насколько переворачивается в сознании человека, пошедшего на агрессивную войну против соседа, значение слов одно на противоположное. Но это еще Оруэлл описал. Я так понимаю, что ты все-таки эту Оруэлловщину слушала сегодня внимательно. Да, я слушала внимательно, и речь, конечно, очень долгая была, по-моему, больше часа. Но я хотела бы обратить внимание на несколько моментов, на два, наверное, момента, и, может быть, потом ты дополнишь мои мысли. Во-первых, я обратила внимание вот как раз на то, о чем ты говоришь. Это такое отзеркаливание, мы уже рассказывали об этом приеме. То есть известно, что часто о России говорят, что Россия застряла в прошлом, что Россия воспевает прошлое, его всячески романтизируют, гламуризируют. Притом речь идет не о самом приятном прошлом, потому что происходит романтизация едва ли не сталинских репрессий, вот сталинской эпохи и так далее. Ну и там Иван Грозный, Петр Первый доходят до Владимира Мономаха. В общем, все счастье, оно было сосредоточено вот в каких-то прошлых эпохах, как будто Россия не смотрит в будущее. Мы это видим по речам и вообще по тому, что происходит. Так вот, сегодня что сказал Путин? Он говорил о санкциях, поскольку это экономический форум, он очень много посвятил времени именно этому, и сказал: санкции Запад вводит во имя устаревших геополитических иллюзий. И сказал, что Европа и США цепляются за тени прошлого. То есть он говорит ровно то же самое, чем занимается сам и что говорили раньше о нем. Он присваивает эти формулировки и их как бы возвращает. И дальше еще более яркое сравнение было. Он сказал, что европейская бюрократия, она похожа на мельницу 18 века, вот, которая там что-то перемалывает и перемалывает. Вот это Европа. Такой образ. И второй момент, на который я хотела обратить внимание, Путин произнес словосочетание «суверенная экономика». Он сказал о том, что Россия самостоятельная страна, она прекрасно без Запада может справиться, ничего у них не вышло. Говорил, что вот эта санкционная лихорадка, она ни к чему не привела, санкционный блицкриг не удался. И суверенная экономика нужна России. Мы уже слышали о суверенной демократии. Этот термин придумал в свое время Владислав Сурков. И тогда еще удивлялись западные эксперты, говорили о том, что это такое вообще суверенная демократия. Демократия или есть, или ее нет. Но вот у России свой путь, и есть суверенная демократия, а теперь будет суверенная экономика. По поводу отзеркаливания, забавно еще и то, что Путин на этом экономическом форуме обвинил, как всегда, Запад и Украину в том, что зерно из Украины не идет в мир и так далее. Говорил, там дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Пусть решают, как им поступить. В данном случае пусть не ориентируются на своих хозяев где-нибудь там за границей и из-за океана. При этом тут же, не сбавляя этих обвинений, говорит, есть еще другая опасность, что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия, но тогда это совсем грустно. То есть все знают, что главные украинские порты, из которых осуществлялись эти поставки, Одесса и Николаев, периодически обстреливаются и блокированы Россией. И вот эта вот противоречивость заявлений путинских, она у него постоянная. То есть, например, Путин говорит, что это, оказывается, Запад считает, что Россия может применить ядерное оружие, что это Запад раздувает опасность российского
ядерного оружия и так далее. Путин говорит, мы слышим риторику подобного рода, откуда она берется, из их собственных высказываний. При этом сам Сергей Лавров, министр иностранных дел России, говорил об опасности ядерной войны и так далее. В общем, очевидно, что Владимир Путин практически каждую деталь реальности пытается отзеркалить и риторически взять в свой оборот ее опровержение или ее использование какое-то, вопреки тому, что говорит остальное человечество. То есть вот он хочет сделать присутствие одинаковых нарративов как от Запада, как от тех, кто обвиняет Россию в агрессивной войне, так и от него самого, чтобы люди запутывались. Это газлайтинг такой, газлайтинг. Да-да-да, считали, что и те говорят похоже, лень нам разбираться, пойдем отсюда. На самом деле то, что это касается даже темы ядерного оружия, это очень серьезно. Это говорит об адекватности в принципе российских властей, и по поводу этой адекватности серьезные сомнения высказывают в Вашингтоне. Вот буквально сейчас, совсем только что, передо мной возникло сообщение из Конгресса Соединенных Штатов. Главный республиканец в Комитете Палаты представителей по разведке Майк Тернер выразил опасение, что Путин может применить оружие массового уничтожения в Украине. Он назвал Путина безответственным убийцей. Он сказал, что сейчас Россия фактически ведет себя так, как можно было бы ожидать от Северной Кореи. И он сказал, что поскольку Путин собирается только наращивать свои военные действия и отнимать у Украины все больше территории, то он, конгрессмен США, опасается, что Путин, в принципе, может быть готов к применению оружия массового уничтожения. Вот ты упомянул зерно, и как раз на днях американская спутниковая компания Maxar зафиксировала, как корабли под российскими флагами перевозят украинскую пшеницу из Севастополя в Сирию. Об этом сообщает Рейтер. В мае сообщалось, что суда загружают пшеницей в Крыму, теперь же эти корабли обнаружены в сирийском порту, готовыми к разгрузке. А кроме того, теперь пшеницей в Севастополе нагружают другое судно. Ну вот они довольно открыто говорят уже о воровстве своем сельскохозяйственных ресурсов Украины, говорят о отправке транспорта там из Мариуполя, говорят о том, что через Крым будут продавать сельскохозяйственные продукты Украины. Но надо сказать, что с продажей через Крым у них явно возникнут проблемы, потому что на любую торговлю с какими-либо компаниями, находящимися на территории Крыма, есть большие санкции. Но от санкций Россия пытается скрываться с помощью, в том числе, воровства. Во всяком случае, совершенно официально Юрий Борисов, вице-премьер российский, сказал, что Россия попытается заняться неким параллельным импортом запчастей для самолетов Airbus и Boeing. Это вот очень интересно, потому что все-таки производители-то находятся в тех странах, которые санкции против России ввели. Но при этом Борисов говорит, что безопасная эксплуатация в России иностранных самолетов в условиях санкций продлится в течение 5 лет. То есть вот они будут на честном слове на одном крыле, на Airbus'ах и Boeing'ах, летать с износом, видимо, перенося запчасти с совсем сломанных на еще не совсем сломанные самолеты в ближайшие 5 лет. Это совершенно удивительно, потому что, по идее, вице-премьер Юрий Борисов отвечает прежде всего за авиационную безопасность. И как будут работать эти самолеты, ну, будущее покажет. Ну и в заключение моя постоянная рубрика «Кого, где и за что». Полицейские задержали 2 жителей города Чебоксары, 24 и 22 лет, которые в ночь на 17 июня повредили инсталляцию в виде буквы Z на бульваре Купца Ефремова. Об этом сообщает МВД Медиа. Согласно видео с камер наблюдения, которое выложил глава администрации города, это произошло глубокой ночью. Один мужчина с бутылкой в руке ударил по инсталляции ногой и проломил конструкцию. Его знакомый затем несколько раз ударил по ней кулаком. После этого их задержали. Но вот один из них в отделении полиции сказал, что повредил конструкцию, цитирую, из-за пьяной головы. И он извинился. На обоих при этом составили протокол о дискредитации армии. Но мы-то знаем, что у трезвого на уме, то у пьяного вот, видимо, проявляется так. Вообще, конечно, вот эта вот буква Z, ей уже ставят памятники, причем из рельсов крашеных.
Около них выставляют почетный караул. Ее изображают в самых неприемлемых для этого местах, типа художественных театров. Мне всегда забавно, может быть, они тогда русскую «зэ» запретят, потому что, в общем, они везде уже заменяют в словах русскую «зэ» на букву «зэ». Даже интересно, какова будет судьба бедной русской буквы «З». На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Следующий выпуск выйдет в понедельник. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.